Определились лидеры специальной номинации «Компания года». Напомню, здесь представлены 11 категорий. По результатам ваших голосов каждый определились 5 финалистов, которые разыграют между собой почетное звание. Голосование закрывается 14 марта 00 часов 00 минут. Отдать свой голос за компанию, которая, на ваш взгляд, достойна высокого титула, можно на официальном сайте премии «Человек года», перейдя по ссылке 2018-ноябрьск24.ру. Голосовать можно в каждой категории. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии 15 марта в 17 часов в центре досуга «Нефтяник».